Tequila. Что, снимаешь? Угу. Мы уже не раз показывали, как у нас завтрак идет. На обед бывало, ужин никогда не показываем. Тут как-то не вовремя. Проходит какое-то время, и главное, у меня роликов на канале 22 тысячи. Больше 5 тысяч своих роликов я нигде не встречал, даже 5 тысяч не встречал. А это 22 тысячи. Ну, можешь задуматься, как это так? Так я беру мировую сеть, нигде ни с кем переписывался. У меня переписка огромная, 64 тысячи только подписчиков. Только на одном канале 64,5 миллиона просмотров. Ну и вообще такое общение где-то идет. И вот покажите, как в пост. А сейчас рождественский пост. Сегодня у нас 2-3 декабря 2021 года, пятница. Постный день. Ну, постный — это у нас масла нету. А масла если нету, значит, дальше, а выше масла — это рыба. Ну, масло и вино идут вместе. Вино мы в рот не берем. А вот дальше рыба идет, а потом молочные яйца, а уже вы вершина, все разрешено мясо. Если вот сейчас здесь мы скажем, рыба сегодня разрешена, а рыба, что ниже, это все разрешено. Если мясо разрешено, то и молоко, молочные яйца, рыба, вино и елей, ну, растительное масло. Мы показали недавно, опять просят, совсем постный день. Ну вот, у нас морковку, вовремя ее там не досмотрели. Вот посмотрите, сколько, какая она. Вот на руке у меня 5 морковок лежит. Ну, какие они. Ну, их больше 20. Володя их очищает, а я тру. Ну, и почему? На терке самая мелкая, вот она какая. Вот такая должна быть. Ну, видно, нет? Да, видно, видно. Вот я, допустим, когда... Сейчас покажу, как я ее очищаю. Ложкой вот так вот. Раз. Оттуда выскреб. Ну, и какая она. Так, я вон возьму. Как чистить? Я попутал. Я буду еще дальше дотирать. Дотирать еще пока. 5. Это белая какая-то. Вот так вот, смотри, как лью прям на этот. Немножко. А потом так по руке. Все, вот оно уже как выглядит. А теперь щеточка вот такая вот. В разных направлениях, наискосок вот так вот. И здесь. Поверху, понизу. Снова опять вот так плеснул. Все, чисто. Ничего не надо больше делать. Вот она как. Ну, это протереть можно. Дело в том, что вот когда она будет истерта вот такая, вот это каротин. Не сок выжимать, а именно с этим вместе. Он эти делит пополам, мне побольше открывает, потому что я больше сижу за это, он меня жалеет так. Это я, к примеру, показал. Это из-за труи тоже. Это у нас каждый завтрак, только, может, воскресенье не бывает так, ну, маленько меняется распорядок. Что у нас? Варишь, что у тебя сегодня сварено? Гороховый суп. Гороховый суп, покажи, где он. Вот он. Минуточку, сейчас я туда ложкой за грибу, вот она где. С картошкой, горох, картошка. Горох какой, лущеный? Дробленый, да? Нет, половинчатый. Половинки. Так, теперь смотрите, вот у кого такое есть? Вчера Марина Дубунова прислала пирожки с капустой. Ну, с Володей здесь сестры были. Сейчас у меня было 2 пирожка, я им отдал их. Вот. Теперь я уберу кое-что показать. Это у нас хлебница. 2. Вот какие они. Старые, заклеенные, термос. Оно держит пока хорошо. Я хочу здесь показать, что у нас. Тыква. Вот она, печка голландка. Туда ставит. И вот она. Понимаете, насколько это вкусно. Уже все это выбрано. Вот она где. Небольшая тыква. Вкусная, сладкая. Притом еще это не стоит. Дальше. Сухари. У нас хлеба такого почти не бывает. Всю зиму едим сухари. А откуда сухари? Ну, кому сказать, он может быть и тоже опять. Ну, к нам привязывается где-то.
У нас брат тут, он познакомился с хлебозаводом, Барнауле хлебозавод. Что-то меньше мешает тут. Вот. И оттуда хлеб некондиционный. То маленько где-то подгорело, то еще что-то. И он этот хлеб по дешевке сюда привозил. А у меня здесь вот решетка, я не знаю, видно, нет, будет. Вот она. Попутно сказать, картошка разрезанная. Вот она. Не видно ее, да? Смотри-ка, я сейчас покажу. Это Виктор Ефремов подарил мне вот этот. Уже несколько лет, и не заряжая ничего, и какой свет идет. Вот оно как. Вот она, решетка какая нависла. Здесь вверху тоже решетка, и там третья решетка. Дрова убрал, у меня получалось три этажа. Вот она где. Картошка пополам разрезанная, закрытая. Ну, сегодня мы топим. Сейчас, я думаю, уже надо закрывать поддувало. Она же не будет гореть-то. Ну, ничего. Картошка-то долго будет пища. Ну, давай, откроем тогда. Конечно. Так. Вы заглушите и все. Ну, тут что на печке делать? Это еще у тебя кошка? Да, все сварено, убирательно. А еще, что там? Рыба, рыбные отходы с манкой. И вот здесь, посмотри, я попутно отвлекаюсь, как бы показать. Посмотри, сколько сухарей у нас висит. Это все сухари. Я насушил этих сухарей, вот эти мешки. А это гальяны. А, это гальяны еще, сухие гальяны. Да, вот, только. Сухари. Вот такие мешки. Вот они, мешки. Высота его какая мешка, вот показать даже. Вот она. Ну, это с морковкой. Покажи, какая морковка. Видать, нет? Да, видно. Ну, вот, чтобы было видно, вот я ее беру в руки. Вот посмотри, какая она морковка. Вот он и ощущает. Вот это тоже морковка, вот это вот. Вот она морковка. Что-то так. Вот оно, докуда мне достает? Это метр, считай. И вот таких мешков я где-то 12 мешков насушил. 12 мешков. Ну, в городе кто-нибудь, скажите, вы насушили? Куда девать? Я их увез по Теряевку и раздал в другую деревню. Там наши братья есть. Все, 12 мешков нету. А теперь... Вот это сушит. Вот мы садимся, вот вода кипяченая, корень солодки здесь запаренный. А где она, корень солодки, надо показать хоть. Где-то он есть тут у нас? Ну, сегодня я не запаривал. Там... А, сегодня запаривал. А где он конкретно? Здесь, вот тут. Вот, где? Под газетами, смотрите. Вот она. Показать, главное. Корень солодки. Потеряевки много солодки. И вот оно, солодки, корень солодки. Он в 6 раз слаще сахара, как говорят, пишут. И им пользуется уже там 1003 лет в Китае. Добавка ко всем видам лекарства. Горькие бывают лекарства из репья, а это сладкий он. А тут, которые начали ревновать, они стали говорить, он вредный. Глупости, глупости. Теперь на столе у нас что стоит? Посмотрите. Вы еще один раз, где-то я открою, покажу. Ну, найдите где-нибудь такое. Это закрыто. Что такое? Вода. Вот вода была, колонка недалеко, а сейчас ровно в 3 раза дальше. Вот, пожалуйста. Это вода. Я маленечко ложкой покажу. Видно, сегодня брал. Ну, зачем, 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 Игнатий Иванович? Она же у вас не мытая. Вот мы, ну, маленько, чуть-чуть, кромочки. Это же, я же не еще морковку только трогал. Ну, конечно. Вот оно как. Это на столе стоит. Почему? Потому что если сейчас мороз тяпнул, и... Кончилось. Надо вызывать, когда приедет там, откроет. А тут ничего нам не мешает. Вот такой образ у нашей жизни. Что у нас здесь еще есть на сегодня? Ну, масло не разрешается. Это бывает так вот. Пряник это, пополам. Это я, да? Купил, да. А? Я купил пряники. Ты купил пряники. Обязательно посчитай, сколько стоило. Пополам поделим. Вот здесь у нас... Эти сухари лежат рядом. Ну, разное там где-то. Бывает даже даром. Вот насушили, все. Больше у нас еще и нету. Это суп. Морковку сейчас я буду дальше тереть. Что интересно. Роликов 12... Это сколько там? 22 тысячи, кажется. Да. 22 тысячи. Дело не в роликах. Дело в том, что популярность какая. Бывает там 2 человека смотрят, 3, 5, 10. Сейчас поставили ролик, у меня 6 тысяч.
Я смотрю, там еще нету. Яна Златоуста считает 10-20 человек. 20 человек. А здесь там написано, там, как хорошо быть в деревне, все есть. И как мы за столом сидим не здесь, в лагере, кухня. Ну, в лагере там все такое построено. Это вы живете как бомжи, вы такое, то есть голодные люди. И мы там обедаем. И уже посмотрели, 1,5 миллиона. 1,5 миллиона. Ну, почти там без каких-то цифр. 1480, кажется. 1 480 000. Почему? Еда понятная. А когда там проповеди берем, важные разговоры, занятия, мало-мало где-то. Прям, ну, совсем мало. Что это означает? Означает, что люди не знают, что ценное. Вот мы работаем где? Что вы работаете, как рабы? На ровном месте, прикинь. Вот тебя выкинули, потеряли в Купреха, ничего нету. 20 лет там только воробьи и мыши. Это наша бывшая деревня. И теперь какие пруды были? Наконец добиваемся разрешения. Первым делом добиться разрешения от властей. И здесь Алтайский краевой совет за подписью губернатора Сурикова Александра Александровича, потом он послом в Белоруссии стал, восстановить Потеряевку прежних, там, видимо, размеров, все там со всей инфраструктуры. Дорог нету, пруды все прорваны, заилились, мы пруды восстанавливаем. Пруд восстановить, вы понимаете, что это не как один показывает, там, пускает какие-то, чтобы не было там, ну, ила не было, глупости все это. Ил, сапропель, это еда для рыбы. И мы восстановили 5 прудов. А как? Сразу ты не нагрудишь, где прорва-то была. Они когда-то были пруды, ну там, ну не глубоко было, может, ну, 1,5-2 метра было. А когда мы приехали, там 0,5 метра. Сейчас уже 4,5 почти метра подняли. А за раз не насыпешь. Каждый год привозим бульдозеры. Иногда по 2 бульдозера на год было. Бульдозер привезти из Барнаула и к нам туда. Не работая, 60 тысяч. Сегодня 60 тысяч. Каждый час работает. Раньше было 1,5 тысячи, а нынче врали, может, за 2 тысячи. За каждый час. Ну, тут просто люди не понимают. Ну, ты попробуй один раз. Восстановили, зарыбили, своя рыба. А своя, значит, ко мне никаких претензий нету. Я могу и сетью, и неводом, как угодно. Там было пусто. Мы его сделали пруд, сами привезли рыбу, и, ну еще там к чужому пирогу прилепляться там. Натравили на нас охотнадзор, рыбнадзор-то приехали. На карте у них даже этих прудов нету. Там есть каких-то 1,5, они на них поехали, а там, ну, 20 сантиметров воды, вот столько вот, нету. Ну, все кончилось. А мы показали, как мы где зарыбили, неводом подтянули, гальянов насушили. А не мелочь такая, гальян — это рыба сорная считается. А где мелко, там она вымерзает. И вот здесь я вам показываю, что у нас на столе. Ну, все поровну. Сейчас я дальше тут буду тереть, сухари размачивать. Вот вода здесь, в воду. Все, замочил и съел. А сколько заплатили? Нисколько. Где-то дешево, где-то просто так. Есть люди, которые имеют доступ к тому, что бывает там некондиционное, там или... Ну, то есть, все. Никто не болеет. Все вот как у нас есть. Больше показывать нечего. Володе надо готовить кошек. Вот у меня кошка. А где это? Черная-то? Не знаю. Нету? Сейчас я покажу ее попутно. Вот она, вот она. Вон, а. Вон она. Вон она лежит. На куртке. Смотри, вот возьму сейчас в руку. Вот, глядя, она поднимется как баночка. Ой, баночка. Ну-ка, идите рыбу поешьте. Ну-ка, сейчас побежит. Последи за ними. Ученые кошки. Вот она как. Давай сюда, гляди. Скорее, скорее, скорее. Вот заскакивает так, гляди. Давай. Давай, вперед. На. Каля, Паля, вперед. Вперед. То, держи, ешь. Покажи на них, как они дружно едят. Вот. Я попутно сейчас покажу сейчас здесь. Вот, посмотри. Вот, интересно как. Вот тут старообрядцы, их нрава. Сколько здесь? 8 часов назад.
это 1,7 тысячи. Ночь прошел снегопад, и как в теплом доме. Ничего особенного нет. А уже 5900. Для нас 5900 это много. А обычно-то мало. Вот Игнатий Лапкин, один Денис Исоеве. Есть очень важные такие, ну, проповеди. Вот запрещенные священники. То есть те задают вопросы, я отвечаю. Утро перед богослужением. А всего 532 за 17 дней. Ну, смешно, конечно. Но мы показываем всю жизнь. Вот Виталий из Америки. Вот с ним беседовали. Он верующий. Видимо, мессианские евреи. Вот. 4:02 вечер. Черная пантера. Сразу 4. А который Иоанн Златоуст считает. От проповедь 1:04. 1:04. Стояние Нины 5:02. Вот тут по 2000, это уже 1000, это уже у нас хорошо считается. Больше нету. Ну, это ваши проповеди больше 1000 набирают. Да. Здесь нету Златоуста. Я не вижу. Да, вот такое дело. Уже после заморозков. 6:03, 5:02, 5-6 тысяч. Ну, тут мелочь такая. Ну, вот так набирается. Черноплодка сразу 6. Проповедь 1100. Ну, понимаешь, нет? А здесь ничего нет. Черноплодная рябина. Сбор ее и будущее. Ну, понятно, чем люди-то интересуются. Проповедь. Столько готовишься, столько всего. Белый взгромоздился на крышу. 1200. Вот. А здесь, как отметили, престольный праздник в нашей общине. Это вообще сколько? 671. Володя, с метр окрестности 6:03. Проповедь Девора. Интересная такая проповедь. Сколько готовился? За один месяц 1700. А рядом? А рядом лепешки. Сколько? 19 тысяч. 19 тысяч. Лепешки, Володя. И проповедь. Ну что тут говорить-то? И мне вспоминается все время как-то Владимир Вольфович Жириновский и говорит, в Санкт-Петербурге голосовали, там Ксения Собчак такая есть, и за нее, говорит, больше проголосовали. А я, говорит, партию создал, там, ЛДПР, и другое-то, а у нее-то ничего такого нет, и больше проголосовали. Какие голосовальщики-то? Ну, она пообещала вернуть Крым Украине, прекратить там с Донбассом, то есть она, у нее широкие замыслы, она же политик большой, она знает. И, видимо, ее поддерживают правительство, важные органы. Ну, только в Чечне там не совсем ее приветливо встретили. Ну, а так, ведь президента была бы сегодня, маленько не хватило только. Сколько она набрала, кажется, 0,100%. Ну, еще у нее, она не старая, а еще есть возможность попробовать себя. Ее могут избрать в ООН, потому что она, ну, знает, о чем говорит. И знает, как правильно жить. Как семью сохранить. Вот где бы что ни случилось, приехала даже в монастырь, который Сергия осудили, Романова Николая, и там Виссариона, и она там, и там, и там, везде. Это, ну, боевая, смелая, сильная и известная. Ее много посещают. Там смотришь, она где-то там была, больше миллиона. Я видел одну здесь, какая-то такая, даже не назову, где это было, в Аргентине или где, 6,5 миллиардов. 6,5 миллиардов! Это почти вся земля посмотрела. А что там есть? А ничего. Они там, ну, то есть, на сексуальной основе, на бешенстве того, что ниже пояса. Ничего нету. На берегу моря, и девка там изгибается перед ним. Ну, все можно посмотреть, и безумие. Так что мы еще покажем. Вот у нас самое популярное. Это может вот это вот быть. Мы показали. Все на этом. А, перед едой что у нас? Перед едой святая вода, то есть освященная на крещение лика. И просфоры. Вот раздробленная. С молитвой. Мы все посты соблюдаем. Ну не так, что по уставу положено, то мы и делаем. Смотрим. Никогда, даже в лагере у меня не нарушалось, чтобы там растительное масло, когда не разрешается. Вино не бывает. Ну вот и все. Больше не спрашивайте про еду. Та пошла на место, посмотри. И это тоже на место. Одного гальянщика, а в гальянщик 5 грамм я его вешал какой. Вот такой вот примерно.
Вот, посмотрите, гальянщик. Ну вот я возьму сейчас несколько. Но если только я в руки взял банку, вон они, гляди, засуетились. Обе. Ну что вы делаете? Вот посмотри, что у меня здесь. Вот это головы их. О. Ну ладно, на. Ну раз уж так пришла, так ну на, вот он гальян один. Вот он у меня в руке, гальян один. На, гальянщик. Это маленький. На, ешь я. Это головка. Ну, 5 грамм весит. Да еще высушили, там полграмма, наверное. Ну, все на этом. Все, слава Богу за все.